мешайте. Да, я щелкаю. Я вот отсюда не знаю. Не толкайте только ради бога. Не толкайте ради бога. Марти! Ну он не поворачивается. Он не поворачивается. Даже ничего плохо. Давай. Я все снял. Ой, а можно я даже как он сыграл, вообще отлично. А я так пришла, я не знаю. Я, Анька отдалась? Нет, она не стала. Я ей предлагал, она не стала. Да, ну ладно. Я ей вообще никак сказал. Я сказал, что я не знаю, сколько будет стоять. Ну не важно. Короче, прикол. Короче, прикол, прикол. Даша, если бы ты знала, какую я снял... Да, чем закончился эпизод с Дэйвом? Расскажу попозже. Мартин, а в чем? Слушай, а почему вот я стою и мне так? Даш, только не толкай мою руку, а то ты ничего не увидишь потом на видео. Я ничего не толкаю, я вообще Он что-то кому-то объясняет? Он объясняет, как играть на фортепиано, ребят. Да, в таком состоянии. Понимаешь? Я думаю, что если вот кто-нибудь скажет. А кто тут с ним слева сидит, Даш? Видел. Даш, кто сидит? Ну, насколько он может видеть, он уже видит. Даш, кто сидит с ним? Какой-то мужик неизвестный. Это не Кейс. Сейчас пойдешь. Он кешлер стоит. Повернись.